Всем привет, я тут сижу, завтракаю. У меня сегодня омлет и чаек, ромашку, так что всем приятного аппетита. Балушка, пойдем гулять? Пойдешь гулять? Пошли гулять. В общем, я тут гуляю с собакой, иду в магазин за рисом. Мы сегодня будем готовить плов. Да. У нас сегодня, кстати, день независимости. Вон, флаг развивается. Тут должен был быть гимн Латвии. Но его не будет. Потому что авторские права. Сами понимаете. Я не знаю, гимн это авторское право или нет. Он, точнее, он с авторскими правами или нет. Но все равно лучше не рисковать. Так, ладно, я иду в магазин. Вот собака здесь. После вчерашнего дождя начало все очень быстро зеленеть. Да, деревья, вот цветут. Тут одуванчики. Правда, вот эти вот деревья что-то цветут. До сих пор непонятно. Я думаю, значит, еще не время. Кстати, у нас сегодня очень тепло. Я вот иду в майке. Я тут открыл кошке окно. И теперь ходит, гуляет тут. Надеюсь, не выпрыгнет все-таки. И собака еще прибавилась тут. Балу! Сейчас все коты сбегутся. Короче, с этим карантином вообще все отменили. Даже выйти некуда. Сегодня день независимости. Не знаю, что я буду делать даже. А еще сегодня день Звездных войн. Я не знаю, связано ли это как-то с Днем независимости Латвии. Не знаю, скорее всего нет. Но это просто был прикольный факт. Короче, я сейчас буду есть вот такую вот шоколадку, Милку. Купил ее, пока был в магазине. Думаю, вы сами знаете, какая она вкусная. Кстати, это не реклама. Вот так вот буду показывать, чтобы не заподозрили ничего. Дома реально холоднее, чем на улице. Я не знаю почему, но я даже тут включил обогреватель. Кошка к нему сразу подбежала. Сидит, чилит. Да, а у нас уже тем временем готов плов. Очень вкусный плов, вот такой вот. Так что всем приятного аппетита. Я не знаю, что вам рассказать. Время у нас уже 18:34. И мы сейчас собираемся поехать по делам. У нас уже вот такая вот погода. Я думаю, поехать, может, покататься на велике попозже. Через час где-нибудь. Так что да, сейчас поедем пока что по делам. А потом... Поеду на велике. Зачем я два раза повторяю все, короче. В общем, мы уже приехали с Дио. Или как это называется? В общем, вы поняли. Я сейчас поеду кататься на велосипеде. У нас на улице плюс 16. И да, поехали со мной. Я покажу вам город. Смотрите, свадебный голубь на мосту. Такая речка спокойная сегодня. Кстати, это река Долга. Никогда не видел, именно чтобы на мосту стоят голуби такие. Я уже дома, и мы тут гуляем с собакой. Скажи, мам, тепло на улице? Прекрасная погода. Прекрасная? У меня так тоже. Там закат красивый. Не видно на камере, как обычно. Ну ладно. Да блин, сейчас.
Вот так вот лучше. Да и не все равно. Ладно. Я хотел снять красивый закат, но его тут не видно из-за деревьев. Ладно, хоть так. Как вы уже поняли, наверное, я дома. И у меня почему-то не записалась карта, по которой можно увидеть, где я проехал. Обидно. На самом деле, потому что я эти карты обычно выкладываю в Инстаграм. И зачем? Тоже не знаю. Но мне нравится их просто выкладывать в истории, да. А вообще, я проехал сегодня 12,5 километров, немного, за 53 минуты. Так что вот, как-то так. Я сейчас тут сижу, играю в PUBG на телефоне, на который я, собственно, сейчас снимаю. Точнее, играл до этого, пока я не начал снимать, а сейчас продолжу играть. Короче, поиграл я уже в PUBG, играл я, кстати, с Соней, и я тут, в принципе, уже сижу кушаю, у меня тут плов, вкусный плов. Так что всем приятного аппетита еще раз. И я уже буду на этом заканчивать влог. В принципе, уже ничего интересного не предвидится вроде как. У нас 1:30 ночи. Да, я начну монтировать. И все. Это все. Всем пока.